Всем привет! С вами Ольга Чернова. Вот подходит к концу 26 апреля. Я сейчас покажу вам, какие я сорта уже высадила в теплицу. Как вы видите, по сравнению с утренним видео, обстановка кардинально поменялась здесь. Большая часть теплицы уже засажена. Остался не посажен, только вот этот полностью ряд крайний с севера и немножко там по несколько лунок. Сейчас пройдусь и расскажу вам. Вот в первом ряду я посадила самые коротколапые толстоногие вот эти демидов. Это те, которые я садила без заглубления. Демидов, госпожа Удача, Клуша и Спиридон будет 4. Там я до конца не досадила 6 или 8 лунок. Второй ряд у меня высажено уже тоже без заглубления, просто в луночках. Настенька высажена, они уже более немножко высокорослые, чем первый ряд. И тут я их уплотнила Вовой Путиным, космонавтом Волковым и юбилейным Тарасенко, потому что это индетерминантные высокорослые, они ждут своей очереди, и пока вот они будут стоять в этом ряду с уже высаженными. Вот тут у меня Настенька, потом Королевский, и тоже там в конце, вот где густо, где лотки, там я еще не довысаживала. Уже сегодня третий ряд я тоже высадила. Тут у меня высажены более высокие томаты, но уже с заглублением. Я вот показывала, как через кол я высаживала чудо земли. Тут у меня высажено чудо земли. Но тоже, смотрите, они тут у меня уплотнены высокорослыми томатами, которые ждут своей очереди. То есть в одном ряду. Видите, и которые высажены, и которые еще стоят в очереди. Так, у меня здесь чудо земли, любимый праздник, русские колокола. Вот любимый праздник и русские колокола, они не индетерминантные. Я их всегда в этом ряду высаживаю. Они не мешают вот тому ряду солнцу проходить. И в конце, в самом конце, я высадила 6 штук. Русский богатырь. Они хотя высокие, но я их люблю. Они у меня каждый год получаются в первой партии. Что у меня осталось на тот ряд? Вот на самый-самый. Там остались все двухметровые. Штраух, сибирский изобильный, матреша, алтайский силач. Там будет еще новое клубничное дерево, клубничный десерт. Загадка долины роз, дядя Степа какой-то. Там в основном много будет новых сортов. Но им вот пока приходится стоять в очереди вот здесь и ждать. Дальнейшая высадка вот там будет уже после того, как пройдет похолодание. А там вот и Вова Путина, юбилейный Тарасенко, которые здесь стоят, космонавт Волков. Они все перейдут на ту сторону. Это будет, еще раз повторю, после праздников, вероятно, после Пасхи, потому что сейчас 2 дня будет холодно, я не хочу ими рисковать, они в очень хорошем состоянии, они уже в фазе бутонизации, и я боюсь, что если я их высажу под холод, но они рядом со стенкой, что они простынут и будут тормозить в развитии, так что пусть они постоят вот среди тех, кто уже высажен, им будет здесь тепло, хорошо, все. Наконец-то сегодняшний день закончен. Я пошла отдыхать. До свидания. Все видеоролики, которые я сегодня сняла, несколько, 3 или 4 во время работы, они постепенно к вам прилетят. Еще раз повторю, интернет очень медленный. Или сегодня вечером, или к ночи, или завтра утром. Пока я сплю, они загрузятся и приедут к вам.